Друзья, мотор-колесо для фэтбайка, 26 дюймов, 1000 ваттный мотор редукторный, великолепная тяга, в комплекте с аккумулятором идет 48 вольт на 22 ампер-часа, запас хода до 100 км в режиме ассистент и 40-50 км на ручке газа. В комплекте у нас идет контроллер, значит, здесь получается, можно подключить дисплей, он тоже идет в комплекте. Тормоза с концевиками, тоже идет в комплекте ассистент, датчик ассистента, также у нас идет в комплекте переключатель, вы видите, да, и курок, газ выполнен в виде курка, что тоже, в принципе, очень удобно, вот, значит, тянет отлично. Особенность редукторных колес, для тех, кто не знает, в том, что можно, в отличие от прямого привода, что можно докрутить на педалях. Крутится, как обычное колесо, без дополнительного сопротивления. Вот. И да, у него нет рекуперации, как в прямом приводе, но зато всегда можно докрутить. И тяга, в отличие от прямого привода, такой же мощности, я думаю, раза в полтора, в два точно превышает. Вот. То есть вы будете довольны тягой, в любую горку можно заехать на таком мотор-колесе. В общем, друзья, успевайте, отличный вариант, сделайте из вашего обычного фэтбайка электрический фэтбайк, мощный и надежный. Подробности на нашем сайте ecocoleso.ru, ссылки в описании, подписывайтесь на наш канал в Телеграме Эко-колесо, Инстаграм, ВК, в общем, все площадки, какие вам удобно отслеживать. Спасибо.